Микола Данцев – соціальний підприємець, кондитер, найвідоміший шоколад'є Миколаєва. І, звісно ж, наш найвідоміший шоколад'є прийшов із чим? Із шоколадом. Вітаємо вас! Добрий ранок. Добрий ранок, телеглядачі. Я, як завжди, прийшов з шоколадом, як не странно. Вот. Очень рад тому, что вы меня пригласили. Вот. Во-первых, у нас всегда есть какие-то события, которые мы можем, например, отмечать. Допустим, послезавтра, первое воскресенье августа, это День строителя. Поэтому мы всегда его отмечаем. Мы что-то строим, мы будем строить замок. Два дня мы будем делать замок. Замок будет примерно вот такой вот высоты. Да. Потом мы его съедим. Боже, как же есть эту красоту? Да. Потом, ну, детям, знаете, детям, наверное, не нужны никакие праздники. То есть, есть шоколад, значит, есть праздник. Нет шоколада, нет праздника. Поэтому начнем с того, что, возможно, кто-то дома захочет что-то приготовить или, например, где-то будет пытаться готовить. Вот, поэтому уже будут какие-то знания, и он будет знать, что делать. Значит, первое, что нужно знать о шоколаде, это, наверное, то, что он необычный продукт. Дело в том, что когда шоколад растаивает и становится, например, жидким, да, это бельгийский шоколад. Вот, я работаю с бельгийским, французским и колумбийским шоколадом, самым лучшим, который есть вообще на земле. Поэтому, ну, у нас всегда шоколад вот такой вот особый, и запах особый. Значит, вот шоколад растаял, и он сразу изменил свою структуру. То есть он был твердым, стал жидким. И для того, чтобы он снова застыл, нужно шоколад перекристаллизировать. Что это значит? Шоколад имеет особую кристаллическую решетку в какао, за счет какао-масла. Значит, в какао-масле есть такие кристаллики. Они образуют кристаллическую решетку. Так, чтобы всем было понятно, ну, например, представим кинотеатр. Все зрители сидят, каждый на своем месте. Их много-много-много рядов. И как только поднимается температура, при температуре там 25-28 градусов, шоколад становится уже мягеньким. А при температуре 35 градусов он становится жидким. И все кристаллики отсоединяются друг от друга. Ну, будем представлять, что зрители встали и начали ходить по залу. Вот они ходят, хаос. Да, ходят. Вот. И для того, чтобы кристаллики стали на свои места и снова взялись за ручки, и все, снова стал порядок, для чего это нужно? Для того, чтобы шоколад был блестящим, красивым и хрупким. Когда мы ломаем шоколад, правильно приготовленный, он трещит, или там хрустит, как угодно можно называть это. Вот. Это именно за счет того, что есть кристаллическая решетка. Чтобы она появилась, мы у зале вмикаем кондиционер, чтобы люди сели. Да, вот. И сейчас мы будем шоколад перекристаллизировать. Мы сейчас вот зальем вот такую формочку. Это форма собаки, ретривера. Вот. Ага, вона силиконова. Да, это силиконовая, да, это пищевой силикон. А я дивлюсь, думаю, на свічку схожа. Коли свічка трошки вигорає, там залишається трошки місця. Это пищевой силикон. Я сам делаю формы, потому что иногда заказчик приходит и говорит: здрасте. Вот, например, вчера пришли, ребята пришли и говорят: здрасте, нам на воскресенье ко дню строителя сделайте, пожалуйста, шоколадные кирпичи. Поэтому я спокойненько беру вот такой контейнер, заливаю его шоколадом, потом вырезаю, и у меня получается шоколадный кирпич. Ось так, друзья, лайфхак. Да, хотя, если нужно, то я могу сделать в натуральную величину кирпич. Да. И можно сделать так, что почти его не отличишь. Итак, мы начинаем перекристаллизировать шоколад. Значит, что это значит? Во-первых, шоколад нельзя перегревать. Вот мы сейчас его нагрели до температуры 50 градусов. Вот, 49,2. А если мы сейчас помешаем, вот, 55 уже. Вот. Так, швидко выросло. Да, это достаточно для того, чтобы шоколад, можно было начать с ним работать. Больше 55 градусов лучше не перегревать. Белый нельзя нагревать больше 50 градусов. Вот. И начинается самое интересное. Значит, мы сейчас шоколад выливаем на мраморную доску.
для того, чтобы шоколад правильно охладился. Дело в том, что если миску вот эту поставить в морозилку, то снизу будет холодно, сверху холодно, а внутри будет горячий слой, и он будет подогревать верхний и нижний. И везде на каждом уровне будет разная температура. Поэтому нужно будет все время его мешать. И одни будут сидеть на месте, иначе будут бегать. Да, да, да. И для того, чтобы в холодильнике правильно он охладился, его надо все время мешать. Поэтому кому-то нужно залезть в морозилку и сидеть мешать. Но я думаю, если вот я уже вижу желающих, поднимают руки, кто хочет мешать морозилке, но я точно знаю, что когда мы откроем дверь морозилки, миска будет пустая, а тот, кто мешает, скажет, что, наверное, шоколад замерз и испарился. Выпоролся. Да, испарился. Он был горячим. И... Итак, мы начинаем шоколад перекристаллизировать. Это доска специальная, это мраморная доска, она мне служит для того, чтобы на ней перекристаллизировать шоколад. Вот. И теперь мы его охлаждаем. Тобто, якщо у когось з мрамору стільниця, також можуть таким займатися. Можна, звісно, да. Вот. Видите, да, какой у него красивый цвет. Вот он течет, как струечка такая тоненькая. Боже. Вот. Запах, конечно, стоит сразу сумасшедший. Вот. Это черный шоколад сладкий 55% бельгийский. А когда этот процесс называется темперирование, когда темперируешь горький шоколад, он еще больше пахнет какао, еще ароматней, и, конечно же, очень хочется сразу есть. И сразу загущивается. Да, он сразу, он становится блестящим. Вот. И он, вот сейчас температура у него уже около 37 градусов. Вот, даже 38 уже, видите, как быстро охладился. То есть мрамор имеет постоянную прохладную температуру. Он является нам как холодильник. Вот. То есть, вот видите, как быстро он. Раз. Уже 29 градусов. Это вот. Буквально за хмельку и минус градус. Это бесконтактный термометр, очень удобный, но он меряет поверхность температуры. Поэтому все время надо мешать. Як ви це гарно робите швидко? Вот. И уже можно будет убирать, то есть есть еще некоторые внешние признаки, которые говорят о том, что шоколад уже готов, он стал очень вязким, вот уже 28 градусов. То есть это температура, которая уже позволяет шоколад убирать в миску, и его, не поверите, еще раз надо будет подогреть. Як? Це ми ж його тільки ще охолоджували. Вот. А для, щоб привести шоколад до робочої температури. Ага. Не все так просто. Я думала, що зараз ми його одразу у формочку, і він вже там швиденько стає таким, як нам потрібен. Ще питання. Ви його так мітко хоп і одразу у мисочку. Чому він не розливається? Потому что я люблю шоколад. Я считаю, что шоколад лучше съесть, чем его потерять на пол. Тож навіть крихточки, коли збираєш зі столу, щось падає, а у вас так хоп, він не наче летить. У меня даже есть такая теория, я придумал теорию такую, что шоколад все время хочет убежать на пол. Дело в том, что шоколад, он же, поскольку он родился и в земле, какао-бобы, деревья. То есть он хочет для того, чтобы его не съели, а он также, допустим, даже если он на свалку уедет, он вернется туда, откуда он произошел. А если его съесть, то есть он же боится и он хочет убежать. Я ему не даю убежать, и поэтому шоколад все время пытается у меня убежать. Вот. Вот мы вымешали шоколад, меряем температуру. У нас не начали густа сметанка. Да. У нас немножечко оставалось шоколада горячего в Миске. Ага, мы замешали трошки. Да, специально для того, чтобы не делать двойную работу. Теперь я добавил охлажденный шоколад и перемешал. У нас сейчас температура где-то около 32 градусов. Вот, даже нет, 31,9. Ну, вот. Ви просто чітко все вот. Враховуєте. Тобто, виходить, немножко економиш своє время, коли вот, вот. І тепер можна делать кулечок і заливати форму. Итак, як зробити кондитерський корнетик? Дуже просто. Вот у нас є вот такой вот квадратик. Значить, нам нужен
равнобедренный треугольник, то есть мы его по диагонали режем. А казали, геометрия не знадобиться. Знадобилась. Вы знаете, я до сих пор помню своего учителя Марью Ивановну по химии, которая мне говорила: «Данцев, учи химию». Я говорю: «Марья Ивановна, я даже не представляю, где я ее буду использовать». А уже спустя 20 лет я понял, что химия мне... Так и счастье она там відчувала. Да, откуда-то она знала, что мне нужно было учить химию. Я ее так и начал учить, потому что на кухне у кондитера сплошная химия. Угу. Вот. Ось так швидко? Вот, да. То есть обычный кулечек, как бабушки, которые семечки продают, у нас получается... Ось такая вот, краса. Да. То есть вот этот кулечек нужно сворачивать по длинному, по длинной стороне. Вот, где-то чуть-чуть больше середины. Мы вот так скручиваем. И у нас получается... Ось так. Вот, раз. Вот у нас один замочек. И хвостик. Да, хвостик мы завернули. Вот, вот второй замочек. И у нас получается... Такая краса. Вот. Так, теперь мы сюда заливаем шоколад. Вот. Угу. Он уже готов к использованию. А я думала, для того, чтобы его есть. Конечно, можно прямо отсюда есть. Вот. И теперь хотелось бы сказать два слова. Чем отличается вот тот шоколад, который был расплавленный, просто вот на водяной бане, от того шоколада, который сейчас. Дело в том, что вот этот шоколад застынет при комнатной температуре, фигурка застынет за 15-20 минут, а в морозилке она застынет за там 3-5 минут. Это отличие правильно приготовленного шоколада, то есть темперированного шоколада, от шоколада, который не темперирован, который просто расплавленный. И есть еще одно отличие. Если, например, в форму залить шоколад просто расплавленный, то шоколад обязательно прилипнет к форме. Вот. И вот получается очень-очень много таких нехороших подснежников за счет того, что когда шоколад просто расплавленный, залить форму в любую и поставить даже в морозилку, в морозилке, конечно, он застынет, потому что даже человека засунуть в морозилку, он тоже застынет. Вот. А как только достанешь его из морозилки, он сразу начнет мазать руки. Сразу. А вот шоколад темперированный, он, конечно, будет таять в руке, потому что температура тела 36 градусов, а шоколад тает при температуре 28 градусов. Вот. Поэтому, но не сразу. То есть не за секунду. Итак, мы просто берем и заполняем форму. Опускаем самый низ. Вот. Опустили. Так. Наполнили. Так, наполнили. Теперь мы постучим об стол. А для чего это мы ровно? Для того, чтобы вышли все пузырьки. А. Вот. Вот пузырек, смотрите, какой большой. Вот одразу. Так, он лопнул. Это, я даже знаю, откуда он берется. Это пузырек с там, где носик, пасть собачки. Ага. Вот. Все, теперь мы его отправляем в холодильник. Вот. Я попрошу вас помешать шоколад, чтобы он не застыл быстро, потому что мы сейчас его еще будем использовать. Ось и так, відчуй себе кондитером, друзі, гляньте, як воно гарненько. Такий він зараз буду робити, як пан Микола, так. Вийде з мене кондитер, гляньте, да, як я гарно роблю. Так, ви вже роблю. Готовий кондитер. О? Ми з вами вже, мабуть, раз 5 майстер-клас проводили, да, то ви вже... Вже навчились. Я вас можу на полставки взяти. Ось так, дивіться, моє керівництво мене он забирають вже на підставочки. Вот смотрите, обратите внимание на инструмент. Инструмент уже просто при комнатной температуре вот уже застывает. Так. Вот. То есть он уже даже, видите, ни капелька не течет, ничего. Вот ее здесь хорошо видно, вот капельку. Если приблизить, вот на белом фоне будет видно. Вже 8:30 на нашому годиннику, це означає, що маємо передавати слово нашим колегам. Чи не застив там наш шоколад? І ми заливаємо. Ага, зараз швиденько. Да, одну форму в морозильник, іншу забираємо і показуємо вам, що у нас виходить. Так, тепер ми в морозилку відносимо. А ми зараз побачимо, як застигла вже наша собачка. Так. Теперь вот у нас получается собачка. Мы достаем собачку. Так, резиночки снимаем. О, опа. Вот, и вот у нас получается собачка. Какая спаниелька. Это нет, это ретривер. Это ретривер? Да, это ретривер. А схоже на спаниельку. Ось такая краса.
Господи, навіть шерсть, все промальовано. Да. Есть даже носик, глазки, очень, все видно. У нас это, навіть є крапочки. Это из-за пищевого силикона, который мы используем. Итак, достаем нашу, вот наш кирпич. Кирпич. Сейчас мы его прорежем. Цеглочку ми трошки, тому що форма тут так не відчиняється. Так. Ну, досить швидко дістається. Легко. О! Паска, виходи, якщо ти не вийдеш, я тебе з'їм. Єсть. А все рівно з'їмо. Так. Да. І от у нас виходить ко дню строїтеля шоколадний кирпич. Вот. Конечно же, его можно сделать в натуральную величину. Очень-очень просто. Для этого нужна просто форма в натуральную величину кирпича. Даже если не получается, можно использовать вот такие подручные средства и спокойно его делать и есть. Дякую вам, пане Миколе, за те, що навчили нас темперувати шоколад і робити ось таку красу.